Макака какая-то бегает. Макака? А, то есть ты вот, стоп, вот какой-то панк вижу. Да, это кто? Я. А, Гога. Гога Зизмал, это я. Здорово, чувак. Так, ну я майнер. Да ты больше на ему панка похож. Так, все, я зарекламился, нет? О, Саммер, ну наконец-то, давай. Тогда мы тебя поджидаем, все управляемся. Чего? Бутылку ничего. Так, я пока попью еще немножко. Кстати, хочешь кофейка? Попробую тебе сейчас влить его в рот. Блин, тут пипец непривычно. В плане непривычно. Ну, интервейс уже забыл, как вообще что делается. Ага. Матозно так играть. Хорошо, значит, Ace Rogue у нас будет майнером. Стайлендер, ты у нас тогда кто? Хелпер? Или у тебя специальность будет? Мы сейчас все ассистенты. Все ассистенты. Какой этот это? Не, я вот, майнер. Ну, я не знаю, у меня почему-то все было заблокировано, все профессии. Мне кажется, тут нужно то ли минуты какие-то это. Там по минутам 480 минут, чтобы вообще открыть практически все профессии. Да. Ну, что, не страшно. Так, а я бы еще хотел профессию свою посмотреть. Потому что я вроде пошли выбирал майнер. Куда-нибудь в бар. Внимание, я мим. Фу, блин, майнер. А, ты мимо, так ты мимо взял, ну ты красавец. Ну ладно, все, идемте в шаттл, короче. А в шаттл-то зачем? Ну, отправляемся на станцию. Только не забудьте раз этот. Мы уже на ней. Все, вы, да? Окей. Я вас. Я отправляю вас на станцию, сейчас тогда. Я первый добрался до пульта. Точно не на станции? Не-не-не, это зона ожидания. Ой, подожди, я, кажется, чашка долбанул в этот. Надо чашку брать. Мне кажется, мы дичь какой-то творим. Вроде как уже на станции оказываешься. Не, это не станция, это этот. Все, поехали. Где моя чашка кофе? Сейчас кого-то снесет. Господа, пожалуйста, пристегнуть ремни, в салоне не курить. Так, я пока выпью перед полетом чашку кофе еще раз. Сейчас кого-то тряханем. Нормально так. Не, ну я успел этот, успел выпить. Да, видишь, надо было все-таки пристегнуться. Покупай, наверное, лучше сяду. Да, особенно при остановке надо сесть. А как... Да, блин. Слушай, у них болтанка очень серьезная, нафиг. Так, а как бы встать теперь? Как баран я... Я встал. Подожди, я, кажется, свой PDA выронил. Надо забрать его. Как тряхнуло. Да, он и чашку кофе. Надо было брать ассистента. Идемте в бар тогда, поищем работу. А что, работу в баре выдают? Не, я не знаю, это вообще по рации спрашивает. Ну, там потусуемся пока, если что-то интересное будет происходить. Это у нас главный офис капитана, да, я понимаю? О, тут уже народ поджигает. Пристану к квартирмейстеру. О, чувак рвет душу! Разрывает просто. Берет за самое живое. А ты как вообще по-то мимо разбираешься? Сейчас буду читать, что мимо вообще делает.
кто-то там уже нажрался на входе спавнил. Да это бармен, походу. Уже сам нажрался до поросячьего визга. Это реально бармен, пойду ему помогу, что ли. А ты хочешь его за барную... Давай, может, отнесем его за барную стойку, посадим. Тоже хороший вариант. Откройте кто-то калитку, я попробую затащить его туда. А, не, он уже очнулся, уже очнулся. Даже не поблагодарил, зараза. Так, у меня что-то веселое есть. Смотри, бычок удачно кинул. Накидаемся сейчас нормально. Я не могу. Рвет душу собака. А, там, смотри, он херачит конкретно. А, тут видишь, не просто он поставил после стаканы, он кидает стаканы на стойку, а потом, я понимаю, будет... Че, я забыл, когда мы этот кофе пить. А ты выбираешь Transfer Mount и потом, кажется, в руке дабл-клик на себя, как я... Ну, у меня так с кофе получилось. Так, кстати, надо что-то с работы узнать тоже. D6 кинул. Хорошо. О, аж водяры плеснул кому-то. Вот, это моя водяра. Эй, я тебя выпью сейчас, ну куда ты? Зараза, верни. А, не, водку... А, окей, я думал, ты ее выпил. Хорошо. Не, водка не трогал. Да. Эйс, а ты говорил, у тебя вроде ты разбирался по инженерии также, да? Робототехника, наука. А, больше наука. Идем тогда, может, поищем работу в R&D тогда? Может, здесь что-нибудь интересное знать? Ну, Research and Development. Научный. А, там... Стоп. Ученые. Пошли, сходим. Я буду греть там, ниже бара. Да, окей, сейчас я водку допью тогда. Конкретно нажрался, ну да ладно. Все добил при смерти. Что мы с ним сделали? Пойдем. Мимо.
Я, правда, не знаю, как тебе дадут исследовательское для мима, для пантомимы. Попробуй руками объяснить, что мы еще в работу. Знаешь, как сделано? Давай так. Я подойду, скажу просто, что вот коллега хочет попросить, там, что-то должен вам сказать, этот, важно передать. И я понимаю, через F4, кажется, да? Да, ты можешь как бы делать пантомиму, то есть не говорить, а именно... Да, блин. Пошел. А вот ученый стоит. Секунду, сейчас я напишу, и ты уже продолжи дальше. Давай, дерзай. То есть, ты знаешь, да, нажимаешь F4, у тебя пишется там, как бы, ты от себя говоришь. Типа, твой ник, и ты можешь говорить там, развел руками или еще что-то. И он сейчас убежит, ну. Я вообще даже не начал писать. Ну, типа, вот смотри, я тебе сейчас покажу. Вот, типа, так. Видишь, как бы я развел руками, это показывается, то есть, а ты мим, ты же не можешь говорить, ты можешь только вот через F4 от своего первого лица делать какие-то действия. Ну, алмазами кто-то кидается, нифига себе. Вот, давай, он спрашивает, дерзай. Вот типа это вот. Просьба экипажу не... Нет, стаканы мы остались. Да уж. Ты его никогда вообще не играл. Ну, привет. Хоп, а кто за хоп? Попробуй, хоп, значит. Хоп. Не, это уж тебя спрашивает. Ну ладно. Хоп-хоп-хоп. Хоп, ты глава персонала. Да. Не, надо узнать, где его искать. Угу. Кажется, я догадываюсь, где он сидит. Все, понял, где. Угу. Я лучше пойду, блю, в шахтеры, чем мимом играть. Ну окей, ладно, мы тогда либо поспорим, как, если какую работу выдаст нам. Кстати, станция относительно чистая, смотрю. Ну да. Здесь роботов просто наделали техники и все. И что, она каждый ресит строит новых роботов или как это? Подожди, куда ты убежал? Вообще вот, вроде как хоп. Это хоп, да? А там кошка какая-то. Это не она, не он. Хопа нет. Это Иен какой-то. Собака. Хорошо живет с собакой. Ой, у нее там где-то ядерная бомба еще есть. А нет, у нее не ядерная бомба, у нее этот дар в виде ядерной бомбы. Тревога где-то включилась. Блин. Ну, блин, еще это жертва. А, нет, окей, кажется, Кайл Макмолан может быть. Да, он нам, походу.
кстати, вы умеете пользоваться маской, коробкой, которая в вашем рюкзаке? О, пришел наконец-то. Подвинься немножко, Эйджел. Ща, куда тебе? Сейчас покажу. А, вот так вот. Так вот. Вот блин, я сюда стал. Ничего не получилось. О, хоп, пришел. Да-да-да, вот он сейчас как раз. Карл Макнеллан. Что хватит, что он мне сюда? Навыки. Блин, еще бы уметь правильно писать, было бы вообще хорошо. Да, как эти. Молодец, вот тут. Кстати, да, мимо Шахтера это будет интересно. Ты очередь сомрал, смотри, тебе безработица на. Окей, хорошо, давай тогда я запишусь, наверное, как помощник шахтера тебе. Угу. Ой, нам еще как будто техник надо заглянуть, чтобы они рипли собрали. Так, и скорее всего придется сейчас карточку вынимать. А, окей, сейчас вынимем. Вспомнить бы, как ее достать. Правый клик на pad, remove ID вроде. Да. А, нет, не буду. Ну, блин. Можешь берущиком поработать. Я бы уборщиком уже записался нормально. Да у них чистая станция. Да, у них, видать, роботы все делают. Не хорошо этот, а техники. Уже представляю, как люди бы падали от мокрого пола. Ты мог взять клоуна. Ну, там для клоуна наиграть же надо часы. А, тоже. Грузчика дали бы. Происходит. Очередь сдвинулась. Ну да, да, да. Я отошел, я это пошел бланк заполнить. Зашел, так. О, теперь тобой занимается. А че, как тут я пишу-то? А, мне ручкой надо это делать, я понимаю, да? Да, ручка нужна. На Вики написано, в PDA есть. Да, есть, да, сейчас достану ее. Там же еще надо форму правильно заполнить. Эс, молодец. Устрою сейчас ему головную боль.
Мне жалко этого человека, реально жалко. Так, эту химию надо спрятать. Бумагу мы берем сюда. О, теперь могу читать. Писать, точнее. Блин. Иван Кулаханов. Так, давай отойдем на дырочку и найти. А, можно так? Ага, сейчас. Надо дырочку не стащить. Текущая должность. Ассистент. Ассистент, да. Пойду дырочку искать. А, так оно вообще в это, в паде твоем ей должно быть. Правый клик на пад и... в твоем, ну этот, в твоем телефоне? Ты в телефоне ручка? Да, правый клик, там есть remove pen. Запрашиваю должность. Кем я хочу заниматься? Инженер? Инженер-электрик? Ага, ну, когда же. Тут скандал, все как в России, прям. Так, Мим, ты задержишь. Тебе надо было показать, как ты смущен там и так далее. Это. Я запомню полчаса, чтобы узнать, что я уже не при делах. Борму повар есть в автолате. Это вы виноваты. У нас нет никаких срочных дел. У нас была маленькая ЧП, в отличие от некоторых. А что, хоть писать-то? Я вообще не понимаю. А, ну, ну что, ты никогда бланки не заполнял, что ли? Отдел нет. Кадров КСН Исход. Причина. А, прилетел с... декомиссионного фрейта по причине здоровья. Я психологическая усталость заебала, типа психо. Хватит. Это ваша работа. Так, все, я пошел обратно в очередь сдавать бланк. Куда он, что, на обед ушел? Зараза. Ой, блин, это бумажная волокита, ну. Я не сомневаюсь, сейчас он докопается до моего бланка и начнет мне тут устраивать. Надо было кофе взять с собой или книжку почитать здесь. Блин, еще такая-то это фамильярничает. О, нет, кстати, мне поставить штампкается. ПДА, ПДА, на адреже ПДА. Много писал, нет? А, ну, только этот, я сейчас тебе покажу, мне, думаю, вернет бланк. Сука, ну, кто опять сломал дыры? Окей, все, я забрал. Стоп, а где мой ПДА? Кто-то забрал? ПДА мой, что ли? Ты вообще мог просто, по-моему, карточку отдать. А, не, он попросил ПДА. Прошу перевести в шахтер из МИМО в связи с психологической усталостью. А, это ты считаешь?
ошибка, надо исправить. А, у меня специализированный ПДА я получил, ух ты. Personal. Иван Кублаханов ассистент, да, ID нету, сейчас поставим. Вы на какие должности претендуете? Я в инженер-электрик. Такая очередь. Вакансия психолога. Слушай, тебе на самом деле мимом надо этот психотерапевтом работать. Так, как мы теперь... Стоп-ручку надо. О, я получил станцию инженера, отлично. Класс. Только я не понять, что ему делаю. Не знаю, что делать, но ничего, разберемся. Если одобрили, значит все нормально. Да, прошел в локету, отлично. Мирот, так что, вы теперь... Ну, вы пойдем различными путями, потому что тогда я пойду в инженерный отсек. Да он тебе, он позади. У тебя слева он. А, или ты инженер? Нет, я инженер. Грузчик, вроде. Не, я не грузчик, я инженер. Какая-то проблема, корабль. Две минуты. Возможно, какая фигня прилетит. Возможно, будет веселье, поэтому лучше свалить отсюда. Ладно, я пошел в инженерный отдел. Ну да, расходимся, получается. Mm-hmm. Расходимся по делам. Потихоньку разбираем станции. Mm-hmm. Кстати, инженер умеет делать огнемет. А, это хорошо. Единственный персонаж, который умеет делать огнемет. Я это запомню. Так, куда я пришел? Хотя бы. Может кто-нибудь другой сделать? Самым классным ученым, который исследует все. Он может сделать любое оружие на станции. Странная бумажка. Мы тебя подвинул. Лучше я пока сюда лезть не буду, а ты греха подальше. Тут люди уже ругаются. Скоро драка, наверное, будет. Я, судя по комнатам, мне кажется, попал в Research and Development. Блин. Меня тормознули менты. Я, кажется, зашел, проскочил через открытый отсек. Произвол начался. Да ты копался.
Инженеров Брик. О. Кстати, видишь, он по общему каналу написал это. Сейчас инженер придет, заберет меня, скорее всего. Заполнять. Че, он опять тебя отправил? Не-не-не. Мне новую бумажку выдал. Ты полное имя? Я помню полное имя, что ли? Мужик хотел заранее ПДА сдать с чипом. Кабинет взломали кто-то. Случайно забрел чуть это тазером мне это. Нет, еще разобрались, все, типа. У Хопа формы кончились. Блин. Никому форма не нужна, ты заполняй. Пиши тоже, шахтер. Пойдем вместе копать. Окей. На рояле играет прямо там на главном входе. Перетащил рояль. А у вас тут еще в очереди торчите там, да? Ну да, второй раз уже заполняю. Жесть. А что такое, в чем проблема там? Рабочих мест не хватает. Наоборот, слишком. Все занято, короче. Блин. Ты подпись Гогазу. Ему не понравилась твоя подпись. Вот такого.
так, а теперь осталось найти шахтеров. Кажись, нашел. Attention, new command report created. Так, стыковывается корабль, что-то я понимаю там. Ну, писали, корабль должен полететь. Так, во, он пристыковался, получается. Короче, в общем, я взял лом и пошел за инженером куда-то. Сейчас мне что-то работу какую-то даст. Пошли в какие-то темные туннели. Я не знаю, сейчас начну приставать там. Я теперь шахтер. Тоже. О, поздравляю. Что, по-моему, многовато шахтеров. Как раз сейчас Shadow подлетит, иди переодевайся. У нас проблемы здесь, я смотрю, нарисовываются. Опа. Что? Че там? Охрана что-то тревожно стала. Ты куда убежал? Шахтер, ты напротив, опа. Случайно пол убрал. Шахтер напротив, да? А у них вход напротив. А, ну ща приду. Че, хочешь сказать, карточка не работает твоя? Ты точно шахтер? Да, походу, ща проверю. Нет, он мне походу поменять забыл с ассистентом. Ты иди лови копа. Ну, вход вот здесь и вниз. Ой-ой-ой, блин, я забыл дверь закрыть за собой, что-то вот прямо обратно вышел.
борьба тут началась. Смотри, он играет этот. Зараза. Что-то я не могу, они костюм майнерский, блин. Опа, красный. Красный. На. Так, что у нас тревога получается? Хоп сказал всем в бар идти. У нас тут на входе пианино между шлюзами стоит, а, точнее, за дверьми по центру. Что-то все плохо, видите, что капитан сказал. Мне тут. Мне достался такой тертый калач, типа, мол, этот инженер. Да, мы сейчас дадим всем. И так далее. Устраивает меня, знаешь, как зеленого этого. А, копия. Кстати, карточка внезапно стала шахтерской, хотя я смотрел, она была ассистентская, лол. Все, тебе дали новую работу. Ну, это хорошо. Только боюсь, сейчас нам не до работы будет, раз красный код. Да уж. Открываем в самый раз. Так, ну да, работа, видишь, они вообще всех поставили. Ух ты, копье собрал какое-то он. Слушай, мне бы не помешало бы разобраться, как тут это делать все. Сам себе ломом ударил только что. Инженер вырубился, просто начал спать в подсобке.
нашел время. Теперь, короче, мы сделали копья стеклянными наконечниками и двигаемся на искать все проблемы. Будем разбираться с этими новыми проблемами, видать. Вышли в прибытие. Блин, тут такое все в кровище нафиг. Пацаны, вы где? Я на астероиде. А, ты уже занимаешься там, да? Я пытаюсь научиться делать свою работу. Сначала надо одеться, точнее прилететь. Проблема в том, что карточку ты мне выдали шахтерскую, но вот дверь она вообще не открывает. Странно. Какую-то тварь начали бить непонятно. Может, ксены прилетели? Да-да, ксены. Ну, это какая-то страшная тварь, это что-то вообще такое дикое. А, могли маги прилететь? О, еще копья. А, это скальпеля какие-то, пушка. А, все, я разобрался. Карточка в руке должна быть, чтобы двери открывать. Зачем? ПДА и вешаешь то для карточки его. Ну вот, я так делал, и что-то не работало. Меня завалили. А у меня острая боль. А что ты там делаешь-то вообще? Там же были действия. Я какой-то биоробот или как... А, все, меня кританули. Не, меня потащили куда-то. В общем, робот с мозгом под стеклом всё, взял, да, видать, какой-то медицинский, вытащил меня. Нет, за это орлот, человек. И я... не это знаю. Это уже люди, я за киборгов. Так, мне надо, спасите меня кто-то, потому что я тут истекаю кровью. Блин, я чувствую, как у меня двигаются кости. Блин, нужно спасите. Спасите. О, медик прибежал. Или кто-то в белом. Это, наверное, ангел. У меня кто-то пытается привести в чувство. Блин, это тоже. Пытался подойти к двери, которые закрыли, и меня толком долбануло. Ну, ёпрст это. И меня еще робот одел на меня наручниками, чтобы спасти.
замечательно. Собака, а робот другого потащил. Ну, черт. О, тащит. За мной шлейф крови такой остался. И я пока умираю, мне здесь на заднем фоне играет на рояле этот чувак. Ой, блин, вот это вообще Содом и Гоморра. Убрать кебаб. Да, блин, кто-то теперь стреляет в этого робота. Я ничего не могу сделать, мне робот таскать по всей станции, видимо, пытается спасти и... Жесть. Куда меня робот потащил? Да блин. Я истекаю кровью, а он меня таскает. О, есть, медик увидел. Наконец-то меня схватил медик, потащил. Я думал, меня спасут. Я при смерти весь кровею под такую музыку. Музыка 2 фотос. Серьезно, да? Да. Ух ты. Слушай, у нас тут вообще музыкант просто во все поля. Не, у меня играет музыка 2 фотос. Ага. Не, у меня тот, который играет на рояле. Че-то я боюсь лететь на станцию. Не, у нас тут все нормально в шахтерском отсеке. Основная движуха на входе. Ой, медики, медики, где вы? Да, там они мочат конкретно их. Крики вообще носят тела, кровь. Содом и Гоморру под эту музыку. Блин, у меня уже тело немеет, черт. Задыхаюсь. Блин, я сейчас в этот, в медбей сдохну. Чтобы мозг, это, маску снять. А что... А что... Что случилось, как ты там оказался? Да я... Открыл экстренно дверь наружу. И в голову ящик прилетел с инструментами. Две двери открылись одновременно. Кто у меня там? Шахтер второй. Спаси. Помоги. О, привези, меня посадили на каталку, наконец-то. Брат. А ты лежишь-то вообще? Ты на колен части станции. У меня такое же все туннельное видение, ничего не вижу. Тащит. И вот такой приглушенный разговор. Блин, прибытие новичка, ел просто это. Сдохнул. Блин, вот ладно, что здесь я медиком поработал бы. О, у меня биосканер засунули, отлично. Я пришел в медбей. Ну че, где ты тут? Я в медсканере. Быстрее.
потерял сознание. Там медицинская койка. Чё-то никого рядом с собой не вижу. У меня уже критическая. А у меня с тех пор, как меня долбанули, у меня все это критика, у меня ниже, очень низкое количество. У меня прямая линия. А, у тебя прямая линия? Блин, нифига себе. Это бьется еще. Ведь у меня очень медленное сердцебиение. Внизу, в последнюю комнату. Это по длинному коридору. О, меня раздели, положили на операционный стол. Слишком меня ранило. А нет, вроде, смотри, все зеленое стало. Потеря крови, наверное. О, наконец-то на меня маску одели. Наконец-то, блин. Догадался. Столько спустя время, пока я задыхался от кислородного О, все, есть, пришел в себя. Я умер? Не, я умер. Да. Оскар требует уволить ассистента. Это, кажется, меня убили. Моя жизнь оказалась в жизни. О, нет, шокер. Он шокером меня долбанул. Слушай, они борются за мою жизнь вообще просто. Че за ерунда? Кислорода нету. Я почти умираю, я чувствую легкий укол. Видимо, вкололи адреналин в меня. Капсула какая-то. Анестетик, а. Это ерунда, кислородное голодание. Да, вещи некоторые, видимо, не догоняют, что надо. У меня, к примеру, у меня пробили легкое, если не ошибаюсь, робот вот этот, киборг. Так у меня маски этот-то нету. Ну, а следом маску, конечно, надеть. Да я тут тоже вроде бегаю, нету голодания. Хирург, принимайте, вы чувствуете правую руку. Чего он ночью делал, вы живы? Он вылечен. Тут у них в травме такой этот... А, видимо, кстати, пианиста тоже пришили, потому что он хотел, он радо играть на пианино, радоваться с музыкой, это была мечта. И потом меня шокером долбанули, я уже ничего не услышал, когда я на этот... Что ж такое, я опять не могу вылезти из этой комнаты. И без сознания, кислородное голодание, ерунда. О, у меня, кстати, кислородное исчезло, наконец-то. У меня исчезало, но опять появилось. Хотя маска не одета. Так, я вижу у хирурга нож в руке, а он, кажется, операцию будет мне делать. Операция не делается, ебанулся. Не, борются, вообще просто борются за мою очередь, за мою жизнь. Давайте, ребята, давайте. Устроил вам работу. Опа. Что тут делает Катя? Сейнов, я начинаю приходить в себя. У меня поднялся пульс, а? Да, все, я экипируюсь. Пора спасибо, работать. Спасибо, опять. Я опять люблю эту комнату, и опять мне не хватает кислорода. Что за ерунда? Налево до конца там будет комнатка. О, меня вытащили из этого. Меня вытащит в другое место какое-то. В танк. А, видимо, мне какую-то капсулу хотят посадить. Налево до конца тут кухня и медик бэй. Вот, медик бэй. Я на столике лежу. Ой, в кровати. О, началось. Попробуй я заснул, открыть. И у меня... У меня в какой-то капсуле вроде приводит в себя. Так, выкидывать я туда лучше не буду. У меня уже критически. Вообще не понимаю, почему у меня кислорода не хватает. Бум. Открыл, походу. Все, меня спасли. А кислорода все равно мне не хватает. Это за ерунда. А меня возле пианино положили. А что, у меня это ребра сломано? Мне кажется, с... А, не, мне в этот танк.
Я думаю, я думаю, меня сейчас заставят играть. Куда меня опять потащил? Скоро помогает. Да походу он так о себе пишет. О себе в третьем лице. Ну да, еще кто-то пришел. Жесок. Так это гуманно. Ты это упал, что ли, опять? О, это мои шмотки, кажется. Так, дайте мне добраться до терминала, я хочу сделать себе робота. Вот тогда будет веселье. Эх, пустили меня в химический кабинет. Я бы наделал веселых гранат. Я ходить не могу. Он тебя то туда, то сюда таскает. Походу, если эксперимент неудачный, то в аптеку. У меня зрение восстанавливает. Мне будет опять вторую операцию делать, кровь это. Одели маску, зараза. В смысле, ребра вкручивать. А, блин. Отвлекся, вернулся и... Меня уже куда-то тащат. Мне вирусолог на своей тележке куда-то не везет. Как у вас там дело, народ? Работаем. Да? А я до сих пор больным валяюсь. И меня отвезли какую-то в экспериментальную лабораторию. Блин. Это куда меня везут-то? Это макаки вон в клетке сидят. Черт, куда я попал? Я, кажется, видимо, во мне вирус нашли, и они решили меня забрать. Вот я влип, а. Что он хочет от меня? Вот же задницы. Чипись зем, да я дышать не могу. Emergency shuttle has been called. Опа, шаттл собирается прилететь. Блин, я сматываюсь отсюда. Всем пройти в отбытие. Attention, new command report created. The emergency shuttle has been recalled. Ну, блин, он говорит, мне вирус нашли. А, окей, это же звали.
в скафандре сидит. Ну, ей влип, слушайте, блин. Подхватил так вирус, теперь я сижу в маленькой вместе с макаками решетке, и даже вирусок не знает, какого, что у меня за вирус, блин. Вот задница. А, я ошибка. Так, парни, я в бар, короче. Я думаю, меня сейчас из карантина наконец-то выпустят. Мы же сейчас вроде как улетаем отсюда, или нет? Не-не, шаттл отозвали. Серьезно, у них тут места. Все, я свободен. Меня привели в порядок. Надо будет двигаться дальше. О, наконец-то бар. Тебя спасли? Да, я иду в бар жрать. И тут какая-то миссия невыполнимая играет. Там хоть что происходит на станции? Нормально, вроде ситуация стабилизировалась. Я не знаю, я все управлялся время этот вне себе. Маленькая еврейская девочка плачет в концлагере. Где моя мама? Где мой папа? В урне? Один СС говорит другому. Ганс выдает 2 куска мыла. Господи. Блин, менты нафиг. Зараза, схватил меня за руку. Что за, да, вообще, не из огня, да в полымя. Мало то, что еле спасли, это прилетело на свою голову подзаработать. Так теперь еще и с законом проблемы какие-то начались.
что они хотят. Какой-то шишку получил по голове. Ну, бывает. Блин, так не дают толком пожрать мне. А сейчас будет, наверное, устраивать мне типа хорош ломаться. Софак. А, я же новичок, он, наверное, может подумать, что... Ни хрена себе. Хотел на пол, но получилось на пост. Ну чё, как дела у вас? У меня свинтили менты, и что-то тянут резину. А у меня все прикол с баллонами. Ты до сих пор продолжаешь им задыхаться? Да, я одеваю баллон, одеваю маску, включаю кислород, задыхаюсь. Скотина. Они хотят, чтобы... Хоть чтобы я штаны снял. Я, кажется, нарвусь, но, блин, нифига себе, штаны он называть меня захотел. Мудозвон. Собака. Ты умирал, теперь нормально стал. Attention, new command report created. Шифт заканчивает.
сейчас себя исследует. Так, ну, видимо, что-то, я не знаю, заканчивает. 25 голосов против 20. Хотя, да, окей, можно на этом перезапускаться. Опс. Что там вообще хоть происходит на станции? Блин, я не могу выйти отсюда, вот собака. Что это такое? И сдох. Ой, я сейчас попробую робота им разобрать. Где-то у меня была здесь отвертка. О. Индикатор. All systems nominal. Я в индикатор залез. В индикатор это этот экзоскелет. Я понял, как? А я не знал, просто стоял там, когда этот чувак меня свинтил. Я его сейчас спрячу просто, чтобы он не выпендрился. А? А дефиг тебя тут достанут. Серьезно, да? Потому что я, получается, могу целую станцию это разнести. Катер, по-моему, боевые же роботы. Офигеть. Ладно, пусть тут стоит. Мне тут делать нечего. Как из него вылезти? Попал. Что там вообще происходит? Ну, типа, какие-то нацисты напали, там, капитана убили, еще разборочки, там, про СССР что-то. Я особо не читал, но очень странно. Еще говорят, что поехавшие копы всех вяжут. Ну, вот, да, да, да. Вот и меня что же свинтили, теперь я сейчас думаю, устроить мы здесь, но скорее всего не буду делать, потому что недостаточно оснований. Да, кончилось только разговорами. Играем с судью Дреда тут. Тебя вытащили? Не, я сейчас пытаюсь сказать, чтобы вытащил. А, не, меня, я этот, в тюрьме, в ментуре. Что здесь происходило? Везде кровь. А, Куин умер. Так, а где у нас ментовка? Наверху вроде. Так, я расстрелял там окно, пытался выйти, но не получилось, застрял в видео. Полицию нашел.
момент молчит собака. Блин, статьи начал мне этот. Ты попал. Сидит в камере. Я мента своим виндикатором закрыл. Он теперь сидит вместе с трупом, и... а я стою в проходе, он не может выйти. И он теперь типа, говорит мне, типа, статьи ты назвал какие-то там, 304, 305, 307, и говорит, ты типа, это, ты попал, а я ему, это ты попал. Окей, Стэндлер, да, прочитал твой коммент. Ужас. Да, Эйджел, я наблюдаю за тобой. Такая махина в проходе стоит. А, блин, он меха, кажется, может убрать. Собака, он предотдал какое-то приказание роботу. А это кто бегает? Сейчас репли сделают. Я хоть не буду задыхаться больше. Блин, меня дрон стукает, собака. Ну не стукай, не стукай. Ну а что он против виндикатора может своим этим батоном сделать? Ничего. Ладно, вроде он доходит до них. Так, сейчас как это называется он? Включили вот, какой-то. А, блин, сломали мне пушку. Не, да ты посмотри на этот беспредел, что этот творится. А, все, меня вытащили. Замочили. Ха-ха-ха.
Убрали виндикатор. Они виндикатор сломали, да. А, оглушили. Да, одели на меня браслеты. Волки со позорные сучары. Сейчас он от тебя оторвется. За все. Это точно. В камеру его. А, собака. А, закритовали. Дрон черный. Нет, да, видишь, дроном мне положили в койку. Положили в постель. Вот гады, а.